10 тысяч километров ради грамотности. В преддверии тотального диктанта в Чувашии побывали участники специального автопробега. К команде в этом году присоединились писатели. Они проводят творческие встречи в каждом из городов на пути следования. В Чебоксарах перед любителями писать диктанты выступил писатель Ильдар Абузяров. С известным современным автором познакомилась Галина Титарчук. Ежегодная всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в этом году 13 апреля. Как и год назад, команда проекта решила организовать тотальное путешествие. Филологам, писателям, блогерам предстоит проехать на автомобилях 10 тысяч километров от предыдущей столицы акции Владивостока до новой – Таллина. Известный современный автор, лауреат новой Пушкинской премии Ильдар Абузяров признается, что очень любит путешествовать, поэтому с удовольствием присоединился к акции. Я уже неделю в дороге, с Сибири начал, и приехали в Уральские горы, кончилось потом Уфа, Ижевск, Казань. И мне очень приятно, поскольку национальная культура, она обогащает Россию, любая национальная культура, будь то чувашская, удмуртская, башкирская. Каждый город старается как-то отличиться, провести по-особенному акцию «Тотальный диктант». Кстати, именно после таких творческих командировок у Ильдара Абузярова рождаются романы. Для меня еще путешествия важны, потому что они дают толчок для творчества. Перемена места, она вообще новый воздух, нового места. Это как бы будоражит сознание, как-то обновляет себя. И поэтому я, собственно, и согласился принимать участие в акции. Надеюсь, что она поможет и мне развивать литературу и развиваться самому в литературе. Я путешествовал по Югославии, по всем республикам бывшей Югославии, буквально автостопом, и написал «Ограбление по-албански» книгу. Я был в Египте на революции, на Цветной, путешествовал и написал «Мутабор» роман. После этого тотального путешествия писатель планирует заняться книгой о России, ее дорогах и людях. И вполне возможно, что одним из героев станет наш земляк Тихон Сергеев. С ним писатель познакомился во время творческой встречи в Чебоксарах. Тихон Сергеевич каждый год пишет «Тотальный диктант» и каждый год на отлично.